Олег, ручки перед собой, перед глазами, не перед коленями. Вот перед глазами. Пока вышли. Хорошо вышли, но из-за того, что руки сюда-сюда сделали движение длинное. Руки. Опять мы идем не ногами, рукой. Ага, не, у вас что, опять внизу были до удара. Полчаса уже тяжело. Понятно сразу, что из-за себя надо поработать в нижней зоне. Так Костя в среду хорошо отрабатывал отсюда. Хорошо отрабатывал. Мне понравилось. Не, ну там тяжело. Там
тяжело, сейчас нет вопросов. Правильно. Исполнили плохо, а как бы по правильности все так. Попушите диагональ. Ну не, ну хорошо сейчас тоже было. Развернулся хорошо. Че, с ростом Олега такой удар шикарный. Надо было направить кистью. Зачем мне вовремя вообще по площадку ставить? Ну так вы же не хотели туда. Хотел. Да, в центр. Много-много слишком смеша. Еще надо потаскать Костю сначала. Только еще. Вот здесь еще больше локтей. Разножечка. Просто так уже нельзя такие удары делать. Здесь было пальцами, было бы вообще огонь. Ну, с открытой, да, когда делали подставку вот эту, если бы все ее крутанули. Зачем она правильно? Главное, волочки и вода. Не зря поработала справа, а слева что? Точно так же снизу будет.
Олег. Вот такой был справа удар. А я Мирону вашу передал. А мы еще не виделись. Мне Игорь такой приглашает. Быстрее, быстрее надо, давай. Мы пересечемся с Мироном теперь. Вчера А это и была срезка? Нет. А это высокий был? Не, ну понятно, что не так, просто что это было? Thank you.
Нет. Если бы укороченный был с поворотом, то да. А так как укороченный был за себя. Почти не опоздали. Сандарыч. 10 минут для вас. Есть валан у тебя старый? Нет. Ну, можно вот эти. Возьми. Новый есть. Новый жалко. Ну, как ваши дела? Ну, это нормально. Я сейчас, да. Thank you.
Нечего.
Я тебе потом отдам. Thank you.
ничего не случится. И что было у меня? Поздравляю вас, Константин.